Так, студия Альвина Салте представляет Not Too Complicated, очередная серия. Так, что происходит за кадром? Что-то я тут запарился вот этой вот перестановкой. Я зашел сюда, у меня вот эти вот хранения, они вечно были полные. И вот эта вот плямба, она как бы не справлялась. Я поставил трубу и к ней подсоединил. Что-то не очень. Вспомнил, что у меня есть квантовые телепорты. Ну вот, сделался квантовый телепорт. Это напрямую писал. Кстати, он что-то не очень убирает. Так, Альвинос. Я сюда якорь улучшения не поставил. Мне, наверное, надо поставить везде. В общем, тут то же самое было. Что-то не росла энергия. Я поставил тоже квантовый телепорт. К нему подключил все, что можно было, и поставил сюда якорь. И мне надо еще один якорь, наверное, все-таки поставить. Якорь. Якор. Вот эту вот фигню. Я не знаю, надо, не надо, но лучше поставить. А то тут, знаете ли. Так, теперь он рубит. Не знаю, надо ли это отметить. Вот. Еще произошло хорошая вещь. У меня появился таки вот этот вот чувак. Не знаю, что на него повлияло. Но он у нас вот есть. Хранитель могилы. Вот. Для этого я еще ряд, по-моему, добавил. Это будет 1, 2, 3, 4, 5, 20 могил. Плюс там еще вот одна. Вот, и этот чувак, он, во-первых, защищает свою территорию, и он просит кости, порох. Это мы ему все продать можем. Давайте немножко с ним поиграемся. Так, кости, порох и мсяо. Мясо, наверное, где-то тут. Что-то его пропустил, наверное. А, вот оно. Нет. Да, где мсяо? А где гнилая плоть? Или она, подождите, а, вот она. Так, чувак, иди сюда, тут я тебя потом загоню. Так, наверное, так не подойдет. Так, чувак, на тебе это. Так, ты за один пропитанный бриллиант продаешь это. Это мне не надо. За коня вот это. И за голову снижает урон, получаемый морозом 75%. Ну, спасибо. Стрелка, приманка. Офигенная штука. Короче, плакучий обсидиан. Ну, ладно, мне нечего делать, поэтому у тебя плакучий обсидиан. Продам обсидиан, нет, не на плакучий, а плакучий обсидиан. Чувак, иди сюда. На тебе стрелы. Может, я тебя прокачаю? Нет, не получается. На тебе порох. Так, спасибо. Ты, может, прокачался твой? Ой, не то сделал. Так, ладно, это уберем. Это я знаю, что. Извини, что исчез. Так, что ты еще? Зелье скрытности не особенно мне надо. Что-то вот оно еще как-то подлагивает. Так, о, потерянный планшет. Должен в прошлом, вода огромной силы. Нужно время, чтобы... Должна в прошлом. Это что такое? Лестница из темного мрамора. И пропитанный бриллиант пыль. Ну ладно, мы с тобой потом поиграемся. Так, это нам не надо, не надо. Это не уйдет, не уйдет. И стрела-приманка. Очень полезная штука. Но она мне не надо. Так, это исчезающее. Так, еще что сделал? Сколько у меня тут растет растение? Инициального опыта. Вот оно. 67. И вот наконец-то появились почему-то семена опыта. Их вначале не было. Я сделал дополнительную вот эту улучшалку крафта. И вот она мне, короче, из опыта делает капельки, из капелек делает вот эти вот experience перлы.
О, сегодня какой-то день посещений. Здравствуйте такие. Что вы принесли хорошего? Синий лед. Руник Том. А вот, да, а. Руник Том, я не знаю, что это такое. Ну, давай сюда. Дай два. Я не знаю, что это такое, из какого мода. Так, ты еще медвежий мох продаешь? Что-то подлагивает. Да, ну давай. Не-не-не, вот лед давай. Так, спасибо. Лиана у меня есть, ромашка есть, хвоя, медвежий мех. Так, что за румик ренамы, тул, усы руник мох, усы сми. Ренамы, а тул, то усы. А, можно инструменты переименовывать. То есть, я так понимаю, то, что нельзя переименовать, с этим можно переименовать. Ну и на том спасибо, чувак. Хотя бы так. Синий лед не принимают. Ну ладно, сбросим. Так. Что еще я тут такого сделал? Что-то подлагивает или нет? Или мне кажется? Ну, вроде бы нет. Так, там показал. Тут показал. Да. Ну вот, видите. Если кто не помнит, я тут в прошлый раз прокачал, красный сделал. Так, давайте поспим. Ну и самое главное, реактор. Может, реактор грохнул, а? Он-то у меня там работает без наблюдения, без ничего. Так, ага. Так, ну, молись и кайся. Так, ну вроде все работает. Вот, в общем, поставил я динамический резервуар на 43 гигалитра. Вот, ну, делается он просто вот из этих динамических, у меня он был где-то. В общем, тут вот выход, тут вход. И старался ставить только вот этих вот, они уже пустые. Офигеть, а, не, вот, хотя бы, чтобы в одном была вода держалась постоянно. Вот ставил до тех пор, чтобы хотя бы вот в одном было, и вот в одном она есть. Видите, она поднимается, вот это упускается, то есть это вот столько вод подпитывает, где-то вся вода хреная. Вот тут добавил, тут, в общем, воды много. Вот тут перекинул наверх. Тут, поскольку этот, ну, это опять растет, то он резко упал у меня. Вот, поставил, чтобы он забирал вот эту вот энергию отсюда. И вот тут стоят якоря. Вот, чтобы реактор не взорвался, я поставил вот сюда включение. Тут высокая температура, тут критическое повреждение, а тут недостаточно топлива. То есть... Если какая-то из этих заглушек сработает, выходит редстоун сигнал через этот вот, активирует вот тут. То есть происходит вот это вот инвертор, и это перестанет подавать редстоун сигнал, и вот этот реактор отключится. Ну, то есть вот можем просимулировать. Оп. Видите. Ну и вот. Короче, вот так она работает. Топливо, как видите, у меня дохренища, она прибавляется. Охлаждающая жидкость тут тоже без проблем. Тут тоже все хорошо. Тут вот перегретый держится, паровой бак держится. Это по чуть-чуть энергию вырабатывает, которая мне как бы не особенно надо. Но я боюсь, что мне придется тут мусорку ставить впервые в жизни. Видите, я тут еще поставил дополнительно флукс-поинт. Ну, стоит флукс-поинт, если вдруг что. Ну, а тут вот мне... Это я вроде показывал. Тут отходы превращаются... Ядерные отходы превращаются в плутоний. Плутоний в нейтрониум. А нейтрониум превращается в такие вот... пили неутрониум. Из них получается наггет, из наггетов вот этот, и нам надо вот таких 6 блоков. Вот. Ну, в будущем, конечно, больше. Ну, мне 6 блоков надо, чтобы
его превратить в семечко. Да, а поскольку вот это семечко растет только на неутронимум или максимум блоке, то еще один дополнитель. То есть мне надо 4 для семечка и вот эту вот фигню для максимум блока. Вот. Стоять. Усы. Не, подождите. Рецепт. Рецепт. Юзич. Основание. А, ну да, все равно вот. Даже если просто садить, надо пашня и под ним нейтрониум блок. То есть, как ты ни крутись, а нейтрониум блок понадобится. Вот. Так, и тут у меня, по идее, везде загружены чанки. Единственное, у меня сейчас слабое звено, это вот. Когда-то почему-то не забирается отсюда энергия. Если этот, допустим, убрать, как ты будешь влиять вот на все это, тебе, а тебе по барабану, ты все равно растешь. Ты хочешь сказать, не передаешь? Я же вот сюда якорь поставил. Ой, куда эту энергию девать, блин? Мне ее много. Я не знаю, вот это вот сбросить избыток, он же, наверное, будет пар сбрасывать, если что, а не вот это. Вот, так что я не знаю. В принципе, ее отрубить потом можно будет. По идее, она же передает на мою базу. Ну, блин, поразительно, но сильно растет тут. Ну, зато у нас 19, это уже 2 целых наггета. И мне сказали его в руки не брать, поэтому я пока что его брать не буду, хотя я в этом костюме. Надеюсь, он меня защитит, но фиг его знает. Так, тут хватает, тут хватает, тут хватает. У меня мусорка с собой есть. Если что, так, я встал подальше. Мусорки нету. Хотя, в принципе, траш, что я могу и тут сделать. Да, теперь ты мне тут жужжать будешь, да? Давайте вот тут вот встанем, чуть-чуть подальше. Так, подождите, нотный блок. Нотный блок. Юзич. У нас вроде бы сказали, что на нем есть. А нифига, нотный блок не используется так. А если шерсть? Шерсть 21 крафт. Это что такое? Фасады. Это понятно. Это не то. Мне надо муфлер. А если шумоподавитель? Шум. Улучшение. Шум. Но его туда не вставить. Так, это не оно, не оно. Так, ну я могу наушники одеть, как бы подходя к реактору. Тут нету, это что такое? А, карта четности, кстати. Все, не займусь этим, этим. Вы скажите, я скажу. По платиновым джойстикам его вспомнил. Так, я, во всяком случае, пока не вижу. Так, а если муфлер написать? Муф. Блин, что-то я забыл где. Муф. Не, это маффины. Или мафлер, или муф. Так, это что такое? Трансмос интерфейс. Нет. Такое ощущение, что кроме как где-то там в меню, которое я уже не помню где. А, вот же. Маффлер. Майнкрафт. Генерик сплаш реактор прессурит реактор чембер. Реактор чембер, может, этот резистивный механизм, центрофуга, реактор. А, вот фьюжн реактор. Вот этот что ли? Прессурит, а это не точно.
Так. Да, это он. Но с другой стороны, я не слышу, он работает или не работает. Может, его уменьшить как-то можно? Да. А. Так, я его хочу чуть-чуть, чтобы, ну, гуди, а, тут можно ставить. Вот это что-то, ахор, 0. Что это такое, блин, я не знаю. Так, мафлер. Так, а как это, как сделать вот тут? Да ладно, знаю, как это проверять. Так, надо, наверное, мусорку сделать. Мусорку я хотел сделать. Мусорка. Мусорка. Век. Так, тогда трэш. Трэшкен. Так, у меня трэш есть. Трэш. Энерги трэш. Блин, первый раз в жизни делаю энерги трэш. Хотя, ну, ее, конечно, можно куда-то еще использовать, но... Вот так. О, ушло. Так, а вам будет охватать или не будет? Ну, вопрос, конечно. А как сделать так, чтобы она максимум 10 фе? Тышу. Чтоб чуть-чуть росла. Тыша. Тысяча. Не нахуй, чуть-чуть, чтобы она... Нет, за много, безлимитно. Не-не-не-не, один фе. Один или тысяча, да? Ты вырабатываешь 13 кило РФ в секунду. А как безлимитно? Ограничено, да? Тысяча, вот, сейчас ты ограничено. Так, вот ты вырабатываешь, давай, 5000. 5000, вот так вот. Вроде бы машинам хватает. Вы же работаете, да? Вы же работаете. А я вот идиот, да? Я мог бы туда подать энергию, и она у меня бы сливалась вся на эти, на мощные машинки. Так, герметичная, герметичная, универсальный провод. Вот он, универсальный провод же мне надо. Так, универсальный провод. Мне где-то до сюда его. Ну ладно, давайте доведем до конца. Вот. Так, надеюсь, ты... Да куда ты там падаешь? Так, я хоть записываю, это будет как в прошлый раз. Так. Во. Отлично. Так. Ну ладно, мы тут тебя опустим, как бы. Во. Отдавай тудыть. Вот эту плямбу можно тогда убрать отсюда. Где она? Во, вот эту плямбу. И поставить универсальный провод.
и теперь у тебя энергия будет уходить, только песня. Надеюсь. Ага, только песня, блин. Только песня, она... Ой. То есть тебе по барабану. Надо чем-то ее за это самое... Ну ладно, это мы потом подумаем. Это мы есть подумать. Ну, в общем, вот эту проблему я пока не решу. Блин, как она растет. Она сама себя обслуживает. Это ж бак растет, тут растет. Так, чувак, у тебя есть там вода? У тебя вода стоит? У тебя вода стоит. Так, вот. С этим покончили. Так, ну это вот первая серия была. Вот сколько у нас? Уже 20. Ну, тут растет. Так, это мы сюда пока что скидываем. Откуда ты берешь? Берешься. Процветение ты. Сколько я уже наиграл? 34 часа. Я вот так не знаю, тут американ этих, блин, как они, майнкрафтовские или нет.